Привет, Верхний Кемье! 20, 21 и 22 марта в Губахе пройдет День донора. Выездная бригада Пермской краевой станции переливания крови будет работать в ДК «Энергетик» по проспекту Ленина, 28, с 12 до 15 часов по предварительной записи. Напоминаю, вы можете сдать кровь, если ваш вес больше 50 килограммов. Для первой сдачи потребуется паспорт, для мужчин – военный билет. Записаться можно по номеру, указанному на экране. Прием звонков осуществляется по будням с 10 утра до 5 вечера. Соликамская городская больница принимает коллективные заявки на проведение выездной диспансеризации. Главное условие – предоставить помещение для размещения работы медиков. На выезде в рамках первого этапа диспансеризации специалисты проведут опрос, рассчитают индекс массы тела, измерят артериальное давление, возьмут кровь на определение уровня общего холестерина и уровня глюкозы в крови у мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет, возьмут кровь на определение простат специфического антигена в крови, определят сердечно-сосудистый риск, снимут ЭКГ, измерят внутриглазное давление. Заявки принимаются по телефону, указанному на экране. Звонить можно с 9 утра до 3 часов дня. К другим темам. В Губахинском округе планируют открыть отделение движения детей и молодежи движения первых. На днях в информационно-методическом центре прошло совещание с руководством учебных заведений. На нем муниципальный куратор советников по воспитанию Мария Синько рассказала о процедуре регистрации подобных точек. При открытии представительств будут организованы праздничные мероприятия. Их появление даст возможность педагогам и ученикам принимать участие в федеральных проектах, претендовать на получение грантов, посещать всероссийские центры уровня Артека. Рубрику «Верхний Кемье» сегодня подготовили Евгений Шаров и Степан Некрасов.